Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Спортивное движение Street Workout развивается в Караганде. На средства Национального олимпийского комитета открыта еще одна площадка. В церемонии принял участие первый заместитель акима области Асылбек Дюсюбаев. Двухлетний мораторий на отстрел волков вызвал полемику в обществе. Зоозащитники заявляют, что хищников стало слишком мало, а фермеры беспокоятся за безопасность скота. Спорт и военное искусство. На полигоне «Карабас» Национальной гвардии провели биатлон среди экипажей бронетранспортеров. 9 команд со всего Казахстана боролись за звание лучших. В рамках Дней культуры Карагандинской области в Астане состоялся гала-концерт «Сарыарка Алтын Тұғыры». На сцене амфитеатра выступили лучшие мастера искусств региона и земляки, звезды казахстанской эстрады. Около 10 тысяч зрителей собрал в амфитеатре «Экспо» гала-концерт карагандинских музыкантов. Грандиозному шоу не помешала даже плохая погода, установившаяся в Астане. На одной сцене выступили лучшие мастера искусств Карагандинской области и земляки, и звезды казахстанской эстрады. Всего более 400 карагандинских артистов. Ведущий солист «Астана-Опера», заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин заявил, что горд сопричастностью с искусством сарыарки. Карагандинская область всегда отличалась высоким творческим потенциалом. Я, хоть и ведущий солист театра в Астане, все равно с большим удовольствием стал участником этого концерта. В гала-концерте приняли участие любимцы народа Бекболат Леухан, Караката Бильдина, группа Улытау и многие другие. Зрители увидели на сцене сразу три оркестра – симфонический, академический и джазовый. Хореографические ансамбли порадовали разнообразием жанров от народных танцев до ультрасовременных танцевальных композиций. Вместе со станчанами на концерте присутствовали сенаторы и мажилисмены, общественные деятели, а также соратники президента страны. Полтора часа пролетели как одна минута. Такая насыщенная и интересная программа. Думаю, так как Карагандинская область, больше никто не сможет показать свои таланты, потому что сегодня на сцене были все именитые артисты страны. Несмотря на холодный пронизывающий ветер, жители и гости столицы досмотрели концерт до конца, согретый теплом искусства мастеров Карагандинской области. Мы с удовольствием пришли на концерт от Карагандинской области. Все на высшем уровне. Караганда, как всегда, впереди. Я очень довольна концертом. Браво! Карагандинская область не только промышленный, но и культурный центр Казахстана. Гордость нашей республики. Где бы мы ни находились, всегда хвалят Караганду. Несмотря на то, что сегодня ветер, мы концерт смотрим с удовольствием. На гала-концерте также состоялось две премьеры песни. Первое произведение посвящено Экспо и Астане, а второе – родному Карагандинскому краю. Песня «Сердце Евразии» на трех языках исполнил заслуженный деятель Казахстана Ерлан Кокеев вместе с группой К7. Андрей Тенджак, Сулыкнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Астане в Национальной академической библиотеке состоялась встреча с литераторами и учеными в рамках Дней культуры Карагандинской области на Экспо. Участники за круглым столом обсудили вопросы реализации программы «Рухани Жангру» – популяризации духовного наследия. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов передал библиотеке книги «100-томник» Сарыарка Китапханасы, 15-томное собрание сочинений Алихана Бөкейханова и двухтомное издание «Каздаусты Казбекби». Программа «Рухани Жангру» является платформой модернизации общественного сознания. Нам, прежде всего, надо определить систему воспитания молодого поколения. В этом отношении бесценны труды великих казахских просветителей и деятелей. В их числе Казбекби Алихан Бөкейханов. Мы чтим память исторических личностей, родившихся на земле сарыарки. Механизм предоставления инновационных грантов разъяснили представители Национального агентства по технологическому развитию. По новым правилам, на технологическое развитие действующих предприятий сумма гранта составляет до 70%. В денежном выражении – до 400 миллионов тенге. Карагандинский филиал партии «Нур-Отан» совместно с Акиматом Карагандинской области и акционерным обществом «Национальное агентство по технологическому развитию» провели семинар-совещание по разъяснению механизмов предоставления инновационных грантов.
С 2013 года агентство входит в состав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Миссией агентства является оказание эффективной поддержки инновационной деятельности в стране. Оно создано со стопроцентным участием государства в уставном капитале и является правопреемником акционерного общества «Национальный инновационный фонд». В семинаре совещания принял участие заместитель акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. Первый вид гранта у нас называется на технологическое развитие предприятий. То есть здесь мы до 400 миллионов тенге софинансируем, помогаем бизнесу, значит, приобрести оборудование, инновационную технологию, привести ее в Казахстан, установить и так далее. До 50% мы софинансируем. С 2011 года акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» выдало более 300 инновационных грантов на сумму свыше 12 миллиардов тенге. Гранты в основном направлены на развитие действующих отраслей посредством трансферта передовых зарубежных технологий, практик, знаний и навыков. Размер грантов в коммерциализацию технологий составляет до 50% от обоснованных заявленных затрат, в денежном выражении до 200 миллионов тенге. Инновационные гранты выдаются на безвозмездной основе и на принципе софинансирования. Помимо этого, если ранее было предусмотрено 9 различных видов грантов, причем далеко не всегда предполагающих выпуск конечной продукции, то сегодня они сгруппированы в 3 вида со значительным увеличением лимитов финансирования. Впервые заявки будут приниматься не только в бумажном, но и в онлайн-режиме. Прием заявок на инновационные гранты проводится со 2 августа по 2 октября 2017 года. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде открыли еще одну площадку для занятия стрит-воркаутом. Деньги на установку спортивных снарядов выделил Национальный олимпийский комитет. В открытии площадки приняли участие первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дюсебаев и президент Казахстанской федерации стрит-воркаута Дамир Муминов. Брусья и турники – это то, что нужно приверженцам этого движения. На этих нехитрых установках спортсмены выполняют различные упражнения. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. В Караганде уже имеется 4 площадок для занятия стрит-воркаутом, но это первая, созданная Национальной федерацией. Для нас это, конечно, радостное событие, и меня переполняет гордость от того, что молодежь имеет возможность, да не только молодежь, любой человек, без всякого рода ограничений в возрасте и ограничений в социальном положении, может получить в любое удобное для него время тренировку под открытым небом с весом собственного тела. Развитию этого спортивного движения уделяется большое внимание на самом высоком уровне. Глава государства Нурсултан Назарбаев в прошлом году на Ассамблее народа Казахстана дал поручение развивать стрит-воркаут. Эту инициативу поддержал и президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев. Эта площадка является 37-й площадкой по всему Казахстану. То есть мы открываем площадки во всех городах и селах Республики Казахстан. Тем самым мы продвигаем как здоровый образ жизни, так и самый массовый доступный вид спорта – стрит-воркаут. Эта площадка также дает возможность проводить чемпионаты как областного, так и республиканского масштабов, причем под открытым небом. А с учетом наших климатических условий, в планы федерации входит строительство крытых залов, чтобы любители этого вида спорта всегда занимались, несмотря на время года. Андрей Тенту, Леген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Новостям. В Казахстане могут ввести 2-летний мораторий на отстрел волков. Это касается 4 областей, в том числе и Карагандинской. В Комитете лесного хозяйства и животного мира утверждают, что серых хищников с каждым годом становится все меньше. Однако с этим не согласны фермеры, которые периодически терпят убытки из-за волков.
Волки уже давно превратились в угрозу фермерским хозяйствам. Нередки случаи, когда дикие хищники вырезают овец целыми стадами. Если ввести мораторий на отстрел волков, то это может серьезно сказаться на животноводстве. Такого мнения придерживается председатель крестьянского хозяйства Шетского района Тлеукабыл Есенбекулы. Как будто их стало меньше. Наверное, меньше стало, я так думаю, последние 2 года нападение на табун лошадей, на овец меньше стало. Это свидетельствует о том, что они меньше стало. А прекратить их расстрел, отстрел, я думаю, что еще рано. Почему? Есть положительная сторона, допустим, когда стреляешь их, дикие животные, копытные становятся больше. В Карагандинской области, по словам специалистов, ситуация с волками стабильная. Если на открытых равнинах количество волков действительно снизилось, то в горной местности охотиться на них желающих мало. И все же чиновники считают, что в любом случае популяцию волков следует ограничивать. Приводятся цифры. За последние 3 года количество хищников в Карагандинском регионе снизилось в 4 раза. А с чем это связано? Дело в том, что на сегодняшний момент охота на волка разрешена в сроки охоты, а также разрешена с применением снегоходной техники. В основном, конечно, больший вред наносит вот эта снегоходная техника, так как зимой, в зимний период, с помощью снегохода очень легко охотиться на волка. Для чего вводится мораторий? Несмотря на то, что волк, как бы он в каких-то случаях, когда его численность превышает допустимые нормы, он представляет собой угрозу жизни и здоровью человека, также представляет собой угрозу сельскому хозяйству, но мы в любом случае должны сохранить любой вид дикого животного, который обитает на территории Казахстана. Если допустить того, что волк исчезнет, как бы, то потом восстановить его будет очень тяжело. В связи с этим вводится мораторий. Осенне-зимний охотничий сезон открывается в Казахстане в первую субботу сентября и продлится до 15 февраля следующего года. Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц. С сентября будет открыта охота на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирскую косулю, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь. Экипаж бронетранспортера Петропавловского военного института стал победителем 2-го этапа смотра конкурса на звание лучшего экипажа БТР-80. В гонках с препятствиями участвовали команды 9 войсковых частей Казахстана и представители военного института Национальной гвардии. Танкодром Объединенного учебного центра регионального командования «Арталык» Национальной гвардии Республики Казахстан под Карабасом на 2 дня стал базой для проведения военных соревнований БТРовцев и водителей КАМАЗов. Это не мировые состязания по танковому биатлону, в которых, кстати, казахстанские танкисты показали отличные результаты, но проходили они не менее напряженно и драматично. Первое упражнение из вооружения БТР называется «Стрельба по появляющимся и фронтально движущимся целям». Первым появляется мишень номер 13 БТР противника, установлена на расстоянии 600-700 метров. После чего появляются мишени, 2 ростовые фигуры на расстоянии 200-300 метров. Сам старт и прохождение дистанции по пересеченной местности не менее сложная задача, чем меткая стрельба. Ров, змейка, колейный мост, косогор, эстакада – все эти препятствия механик-водитель боевой машины должен преодолеть на скорости и не сойти с трассы. Вооружение БТР-80 составляет спаренная 14-миллиметровая установка пулемета КПВТ и 7-миллиметровый пулемет Калашникова. Экипаж боевой машины – командир, механик-водитель и башенный стрелок. Перископические смотровые приборы различных типов помогают обзору в боевых условиях. На борту может находиться 10 десантников. По шоссе развивается скорость в 80 км в час. В ходе конкурса проверяются теоретические знания и практические навыки военнослужащих во владении веренными военной техникой и вооружением. В ходе состязаний военнослужащие выполняют упражнения стрельб, вождение, нормативы по огневой, физической, военно-медицинской и технической подготовке.
В соревнованиях принимали участие экипажи со всего Казахстана. Это придавало особую напряженность при прохождении конкурсных заданий. Кстати, в прошлом году лучшим экипажем Национальной гвардии стал карагандинский экипаж БТР воинской части 6505. Боевые машины просто летали по танкодрому. То выскочат из рва, то рванут на Косогор. За всеми перипетиями внимательно наблюдают судьи. Чуть что не так, и появляются штрафные очки. Очень серьезные и профессиональные соревнования. Сайранов, какой экипаж стоит возле машины на старте? 35-17, как приняли, садимся. Новые и новые экипажи выруливают на старт. И сходу рвут на дистанцию в надежде набрать наибольшее количество очков. Но главное в этих соревнованиях – оттачивание боевого мастерства экипажей. Ну, все сложное. Главное – сдержанность и хорошая езда механика водителя. Ну, а дальше от него зависит все. Главное – смелость и доблесть. Лучшим экипажем БТР регионального командования «Орталык» стал экипаж военного института из Петропавловска. А звание лучшего водителя завоевал Кокен Жантлео из воинской части 5516 города Темиртау. Впереди победителей ждут республиканские соревнования в масштабах Национальной гвардии. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 119 детей с особыми потребностями занимаются в инклюзивных классах Карагандинской средней школы номер 27. Здесь детей с особыми потребностями не только обучают, но и создают условия и для развития творческого и интеллектуального потенциала. Ребята рисуют, занимаются прикладным искусством. Об успешном внедрении инклюзивного образования в нашем следующем видеоматериале. С 2012 года Карагандинская средняя школа номер 27 является экспериментальной площадкой Национального центра коррекционной педагогики. Именно здесь апробируются все новейшие методы и технологии воспитания и обучения детей с особыми потребностями. В школе функционирует 5 специальных классов, 24 инклюзивных и специальный класс предшкольной подготовки. Программа наша называется «Экспериментально-адаптивная школа. Школа для всех». Поэтому в школе были открыты 3 лицейских класса для создания условий высокомотивированных учащихся. Также в школе была открыта служба сопровождения, в состав которой входят дефектологи, логопеды, психологи, специальный педагог. И у нас в школе в штате есть школьный детский врач-психиатр, которые проводят индивидуально коррекционные занятия с детьми. Внедрить во всех школах обучение для детей с особыми потребностями – эта проблема актуальна не только в нашей стране, но именно в Казахстане и, в частности, в Караганде этой теме уделяется особое внимание. Здесь детей с особыми потребностями не только обучают, им создают условия и для физического развития, и для развития творческого и интеллектуального потенциала. Ребята рисуют, занимаются прикладным искусством. Педагоги отмечают, что чем раньше ребенок с особыми образовательными потребностями начнет обучаться, тем лучше будет результат. Служба психолого-педагогического сопровождения составляет программы, индивидуальные коррекционно-развивающие программы психолого-педагогического сопровождения, консультируется с учителями, с родителями, с другими специалистами. То есть у нас ведется комплексная работа. И, конечно же, мы получаем положительную динамику, положительный результат. Наши дети успешно продвигаются дальше. Мы разрабатываем рекомендации для родителей, рекомендации для учителей. Но вся работа у нас ведется, конечно же, в комплексе. Только комплексность именно в коррекционно-развивающей работе поможет нам добиться определенного результата с этими детьми. Четвертый год эту школу посещает Марина, дочь Оксаны Башлыковой. Мама ученицы отмечает большой прогресс. Мы многому научились. С нами работает психолог, логопед, дефектолог. Мы посещаем школьные кружки, такие как акварелька, домисолька. Кроме того, в школе еще организована помощь родителям. Работает школа родителей, которую я тоже посещаю. И я очень благодарна всему коллективу педагогическому школы. Педагоги заявляют, что в процесс образования нужно включить родителей, учителей и одноклассников. Большой плюс инклюзии в том, что она выступает дополнительным ресурсом для образования и воспитания других детей. В инклюзии все барьеры преодолеваются сообща.
Школа как социальное сообщество – именно такое определение и должно стать индикатором ее инклюзивности, считают учителя 27-й школы. Уже в скором времени наработанным опытом этих педагогов смогут воспользоваться во всем Казахстане. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские дошколята учатся вести здоровый образ жизни. Областной департамент охраны общественного здоровья совместно с детским садом «Ахжаркан» провели фестиваль здоровья. «За здоровьем в детский сад» – под таким девизом в дошкольном учреждении «Ахжаркын» провели фестиваль здоровья. Три команды дошколят соревновались в веселых стартах, выполняя незамысловатые упражнения и демонстрируя песенные номера. Ребят оценивала компетентная, но не совсем строгая жюри. По итогам конкурса каждая команда была удостоена почетной грамоты. В ходе программы ребята вместе с родителями и воспитателями постигали науку здорового образа жизни, а на полник получили кладезь витаминов в виде свежих яблок. Организаторы отмечают, что здоровье – это не только физические упражнения и занятия спортом, но и профилактика различных заболеваний. Сегодня проводились мастер-классы для родителей по профилактике простудных заболеваний, выставка картотек и пособий по оздоровлению детей, викторина «Что мы знаем о здоровье», проводим различные спортивные развлечения. В данном мероприятии активное участие приняли администрации, воспитатели данного детского сада, специалисты департамента, а также дети и родители. Стоит отметить, что фестиваль здоровья – это событие республиканского масштаба. В субботу, 6 сентября, эти детишки примут участие уже в большом фестивале. Вместе со школьниками, студентами и взрослыми жителями Караганды они сделают утреннюю зарядку в центральном парке города. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саулумстар.